Если хоть кому-то интересно, давненько значит, вам посылки не просылали. Короче, месяцок, полтора не присылали. А, слышь, подожди. Гаш, когда Серый-то от нас избавился-то? В апреле. Вот тогда мы с ним, помнишь, ездили получать, и в этот же день посылку-то открывали, электронику-то. А, ну да, вместе с ним же ее... Да, я тебе и говорю. А, нет, они потом приехали. Ну, короче, это, в этот день все было. С апреля, короче, ребят не было. О. Санек! Здорово, Сань! Ты на стриме, братан. Подсматриваю. А, подсматривающий? Подсматриваю психаре, да. Все спрашивают, что ты, как дела, куда пропал? Да почему, в телеге-то я есть. Санечек родной, здорово, Санечек. Так, всем привет, здорово. Так, работа, дом, куда пропал? Ничего нового. Дом, семья, работа, деньги куем. Деньги куем, да, таксуем потихоньку. Коллега, ой, конкурент. Конкурент, конкурент. Я тебе колеса... В смысле, Добрыня тут дырят. Придется стоять на стоянку славян, блядь. Так что все так нормально. Я тебя тут, кстати, видал по скорой как-то. Андрюх, что за Добрыня, Андрюх? Конечно. Да слушай, да, а где? У вас кухня? Да мы вроде это. Мы вроде так это переглянулись, а поздороваться не успели. Слушай, может быть, да-да-да. Я тебя частенько вижу, но ты меня не видишь. Ну, я всегда скорую вижу. Я сразу же смотрю в эту, ну, туда-то, там к вечеру не ты, а тут увидел ты и вроде только поздороваться, а не короче. Короче, Сань, ладно, вот спрашивают, ну, как дела у тебя вообще? Да нормально, нормально, всем привет, всем огромный привет, все, в Пучков, в телеге есть, если пусть залетают, поговорим. Так что, Санек, в телеге, если что, вот, можете залетать, это, ну, хочу пожрать, да, телега? Да. Да, вот хочу пожать телегу, залетайте, Санек там на связи, если что. Ладно, что, рад был слышать. Взаимно, Слава. Может, это, наберемся как-нибудь, это там. Давай, набирай. Процедуры сделай. Да, процедуры эти сделаешь мне. Спирта только возьми побольше. Слушай, нету спирта, Слава, ёпт. Выцепи там. Понятно. Всем только что-то надо, просто так, да? Да кому еще нужен? Свои жизни скоро нужны. Или масок привези. Ну, масок привезу, ладно. Да тут это маски. Не актуально уже. Да, это я тебе видал видос, когда видел, наверное, да? Эти маски нашли в лесу-то, ёпта. Ага. Там целая куча, ты не видал? Чё только нету. Ладно, Сань, рад был слышать. Взаимно, Заинга. Давай, Санечек, братан. Давай это. Сестренки мои, привет передавай по работе, если что. Да, обязательно, сегодня увижу, наверное, я. А, она тоже на смене, да? Да. Вот, ты на работу, что ли, да? Обязательно передавай привет, Санька. Да, конечно. Ну все, на связи. Давай, братан. Ага. Давай. Ростов на связи. Анна Экономова. Ростову привет. Максик, ёпта, дорогой, здорово, братан, ну, сколько лет, сколько Петрюча, лет? Да? Да. Петрюча, здорово! Петрюча? Регион 37, Макс, кукульки. Здорово, Петрюч!